Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы готовим на кухне. Сегодня мы будем готовить лангустинов, жареных со сливочным маслом и коньяком. Давайте сейчас я расскажу, что нам для этого потребуется, и мы приступим. Давайте начнем. Итак, что нам потребуется? Нам потребуются наши лангустины. Нам потребуется чеснок, лимон, перчик чили немножко, соль, перец, масло сливочное и вот такой абсолютно любой коньяк, самый недорогой. Давайте приступим. Для начала нам понадобится, я уже показывал, здесь все очень просто. Нам надо обработать лангустины, убрать кишки. Мы вот этот панцирь надрезаем ножницами, вот так вот надрезали. Раскрываем его. Вот так вот открыли. И видите, где вот эта кишка? Мы ее аккуратно, вот эту кишку, всю вытаскиваем. Вот она. Вот она. Кишку мы это все убрали. Все, мы этот лангустин сейчас промоем. И также сделаем со всеми остальными. Вот так мы их обработали. Сразу давайте сейчас поставим сковородочку. Пускай она у нас разогревается. Далее, вот наша сковородка. Сейчас мы начнем жарить наши лангустины. Так, смотрите, здесь мы добавляем растительное масло наше. Раздавливаем один чеснок. И добавляем буквально пару колечко перчика чили. Для пикантности. Достаточно. Убираем. Далее выкладываем наших лангустинов. Сразу солим их. Даем соли, даем перца. Жарим по минутке, по полторы с каждой стороны. Кстати, если я пробую уже масло, слегка чувствуется перчик от острого, но не сильно. Кто сильно вот не любит, я два колечка всего добавил. Далее, смотрите, прошло полторы минуты. Слегка наливаем коньячка, прямо чуть-чуть. Наливаем слегка коньячка и поджигаем. Чуть-чуть для вкуса. Все, испаряется. Далее прямо столовую ложку с горкой сливочного масла. И пускай убавляем. Убавил я огонь. И слегка пускает сливочное масло. Прямо впитается в наши лангустины. И одну минуту вот так еще слегка, сильно не надо, можно сказать, протушиться вместе с сливочным маслом. Все, минутку они протушились в этом соусе и сливочного масла, и коньячка. И подаем к столу. Вот этим соусом можно тоже полить. Сливочным маслом поливаем. Все, наши креветки вот такие вот готовы. Итак, наши креветки готовы в сливочном соусе с коньяком. Попробуйте, и вы не пожалеете. Это просто изумительный вкус. Наши лангустины готовы. Также можно приготовить любые другие креветки. Это изумительный вкус. Сливочное масло, коньяк и перчик чили. Попробуйте по этому рецепту, и вы не пожалеете. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока!